Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня наш вечер посвящен очередной судьбе, очередной биографии. И опять вспоминаем эпиграфом к этой биографии моего любимого Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». А с другой стороны, еще одни строчки, еще одного моего любимого Юрия Левитанского: «Каждый выбирает для себя». Речь идет о человеке, который имеет самое прямое отношение к нашей с вами общей истории, к нашей с вами общей биографии, к нашей с вами нынешней жизни в этом городе, в Бремени. Речь идет об Александре Аскольдове, которого в основном мы все знаем как автора замечательного, любимого и знаменитого, и печально знаменитого фильма «Комиссар». А для меня эта история началась в 2000 году, когда я попала в ратушу в городе Бремени на выставку, которая называлась «Выставка о Михаиле Афанасьевиче Булгакове». Оказывается, Аскольдов работал с Еленой Сергеевной. Они собирали архивы, обо всем этом вы увидите, свидетельские киноматериалы. И в конце концов, часть этого архива она ему отдала. Часть была распродана, и то, что он потом купил, уже потом, когда он уже имел такую возможность. И оказалось, что вот в основном эта выставка, это архивы именно Аскольдова. Что там еще было интересного, очень для меня. Там были, например, газеты, многотиражки, мхатовские, за много лет, ну, довоенные в основном. Довоенные и во время войны, и после войны немножко. И там были самые разные, там были материалы о том, как ругают Булгакова, материалы о том, как хвалят Булгакова. И в общем, все это оказалось настолько неожиданным, что когда я вышла из этой ратуши, а уже было темно, я, честно говоря, растерялась, я не очень сообразила, кто я и где я нахожусь вообще на самом деле. Вы представляете, на ступенях ратуши, после того, как я окунулся в Булгакова, и выяснил, что вообще все это принадлежит Аскольдову, где? В Бремени. Когда? В 2000 году. Это был сюр. Настоящий. Ну вот, а дальше я вам только прочту один документ, и то выдержки из него. А потом мы пойдем дальше, Ромочка. Да? Значит, протокол допроса. 1926 год, сентябрь месяц, 22 день. Я уполномоченный 5-го отдела, секретного отдела ОГПУ Гендин, допрашивал гражданина Булгакова, и на первоначальные предложенные вопросы он показал. Дальше идут обычные вопросы, кто, где, когда родился, там, родители, образование и так далее. Это не так интересно. А вот что меня поразило, это было не нужно. Показания по существу дела. Это уже Булгаков говорит. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением. Дальше он пишет, что в таком-то, в 25-м году он написал «Повесть о собачьем сердце», так он это называет, которая не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Это я просто выписала какие-то кусочки. И, наконец, последнее, что меня очень поразило – вопрос. Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая лампа». Ответ. Отказываюсь по соображениям этического порядка. Это Булгаков ответил. Это тут записано. А далее все, так сказать, много еще чего интересного, но мы не будем.
то, что первая вообще работа студента студента Аскольдова, это мальчишка, это 50-е годы, он в университете, он хочет написать работу о Булгакове, которого никто не знает, и он не знает тоже. И он просто случайно в музее МХАТа обнаружил Нетурбины. И она ему очень понравилась, ну и он решил написать диссертацию. Но где же взять материалы? Вы представляете себе, материалов уже никаких нет. Ну и тогда он начал искать Елену. Значит, он нашел Елену Сергеевну. Как это было? Вот. Я, значит, вот хотел заинтересовался Булгаком. Единственное, что я знал, в музее МХАТ я прочитал машинописный экземпляр «Дней Турбиных», который мне страшно понравился. Я решил, что я буду выяснять, кто такой Булгаков. Вы знаете, ни один человек мне толком почему-то объяснить не мог. А пьесы шли? Нет. Уже не шли. Еще не шли даже «Турбины» в повторении. Потом, в конце 1954 года, Михаил Михайлович Яншин в театре Станиславского поставил «Турбины». Ух ты. Очень традиционно, копируя мхатовский спектакль, в тот котором знаменитый, гениально играл Лариосика. Да. Значит, это был прекрасный, но это особая статья, этот спектакль. Все, в этом спектакле дебютировал Евгений Леонов. Это Аскольдов вообще-то говорит, но это последнее интервью Аскольдова, которое было сделано в 2018 году, в прошлом году, в том году, когда он уже покинул наш мир. И оно было сделано в Киеве. Есть такой в Киеве довольно известный журналист по фамилии Гордон. Так вот, это, значит, из этого последнего интервью. Он уже, видите, очень сильно не молод, в общем, видно какой, да? Ну вот, дальше история развивалась так. Он действительно подружился с Еленой Сергеевной. Он действительно несколько лет буквально посвятил Булгакову все это. В это время, все свое время, все свои силы. Вместе, кстати, с женой. Они очень рано поженились, студенты, он и Светлана Михайловна. И они буквально дневали и ночевали у Елены Сергеевны. Они собирали этот архив. Часть «Мастера и Маргариты» хранилась у них под кроватью. Потому что Елена Сергеевна боялась, что что-нибудь случится. В это время она была абсолютно заброшена, абсолютно одинока. Это потом уже ей помогали, она связалась с Фадеевым, мы начали думать о том, что можно напечатать, это все было потом. А пока Аскольдов пишет диссертацию, которая, как вы думаете, была защищена? Нет, конечно, она не была защищена. Вот, и пока что у него были тоже свои всякие интересные моменты в биографии, потому что он был новым, он был молодым, он прошел через то, что вот через что мы прошли мы, что все будет по-другому, смерть Сталина, начинается оттепель. И кто, как не мы, будем облагораживать эту страну, эту партию, это искусство, эту литературу. Это так нам знакомо все, правда же? Это судьба многих. Вот, ну и диссертацию он не написал, но он стал театральным критиком, и по линии ВТО он стал ездить по провинциальным театрам, особенно много он бывал в Сибири, в качестве представителя столичного, который помогает, который комментирует, который рецензии пишет и который решает, хороший это спектакль или нет. Вот в таком качестве он пробыл некоторое время. А дальше наступает пробочка.
А дальше наступает, ну, в общем, дальше идет его биография уже в воспоминаниях и комментариях. Потому что Аскольдов единственный подлинный коммунист, с которым я встретился в романтическом смысле слова. Так вот, я хочу вам сказать, что он в это время, он вступает в партию. Первый раз. Потому что его потом выгнали, как вы понимаете, но это было потом. Потом он вступил второй раз в партию. Это было еще позже. И как это было, я вам тоже расскажу. Но пока что он действительно идейный коммунист. Сашу Аскольдова я знаю больше вас всех. После третьего курса Товстоногов взял меня к себе в театр. И вот тогда в театре стал появляться Аскольдов. Я не знал, кто он, потому что, так сказать, если бы он был бы приземистый, толстый, похожий на свиноматку такой человек, я бы понимал, что это начальник. А тут появился необыкновенной красоты человек, такой какой-то античный человек, какая-то статуя, а не человек. То, что на носу корабля, галеры какой-то надо вырезать. Появился вот такой длинноногий, огромного роста человек, весьма молодой, ну, не моего возраста, но почти моего возраста, которого шел к служебному входу встречать Товстоногов. На моих глазах он только встречал, значит, первый секретарь обкома, так вот, таких людей. А тут просто приходил высокий человек, про которого говорили, что он о-хо-хо, откуда-то оттуда, и очень как-то связан с Фурцевой, не то ее помощник, не то ее референт. Во всяком случае, на него надо было производить самое лучшее впечатление. Вы были помощником Фурцевой. Вы часто общались с ней? Каждодневно. Каждодневно. А в нее вы не были влюблены? Я в нее не был влюблен, потому что она меня знала вот таким вот. Она была очень близкой подругой моей мамы. Угу. Она была аспиранткой отчима моей жены. Угу. Она химик. Вот. Так что я знал ее в эпоху войны. Я знал ее романы. Она приносила мне из райкомовской столовой пирожки иногда. Как интересно. Вот, хорошие пирожки. Я с ним познакомился очень давно. Еще в 59-м году, когда он блистательный, респектабельный, красивый, подтянутый. Приехал как референт министра культуры Фурцевой, члена Политбюро, как блистательный преуспевающий чиновник, разобраться в моем спектакле «Якорная площадь» в Ленинградском театре Ленинского комсомола. Спектакль вызвал большое неудовольствие. Была очень серьезная отрицательная статья в газете, военной газете «Красная звезда». Спектаклю грозило запрещение. И вот после приезда молодого чиновника, которого я принял очень настороженно, с главным редактором, спектакль запрещен не был. Я был удивлен. Вы несколько лет работали главным редактором Госкино СССР. Серьезная должность, правда? И в эти годы выходили, это была такая оттепель в советском кино, и выходили потрясающие фильмы. Чем занимался главный редактор Госкино? Всем. То есть через ваши руки это проходило все? Ну, практически да. Практически да. Но что, понимаете, во-первых, можно было зарядить людей идеями. Сейчас это никто не делает. Это взлет был советского кинематографа тогда, правда? Много фильмов выпускалось. Ну, во всяком случае, и средний уровень кино, как я теперь понимаю, был достаточно приличный. Вот. Ну, было всякое. Был очень хороший коллектив в то время. Он потом распался. Его разложило время. Пришли какие-то авантюристы. Вот, и все это лопнуло. Ну, и вообще всем этим заниматься, этой бюрократией, бесконечно было невозможно. Я бежал оттуда. Бежал с неприятностями большими. Потому что, ну, вы знаете,
я всегда занимал другую позицию, нежели коллектив. Вот. И мне многое удавалось, есть какие-то вещи, понимаете. Скажем, я впрямую не занимался фильмами Тарковского. Угу. Я даже не знал, как-то мы с ним шли. Он сказал: слушай, а ты знаешь, без тебя я бы не смог. То я сказал: не преувеличивай. Выясняется, что я там что-то сделал. Были люди, которым я помогал. Вот есть замечательный режиссер, поставивший заставу Ильича. Угу, Марлен Хуциев. Марлен, да? Хуциев. Вот этому человеку я помогал в ущерб себе. Очень здорово. Но он это не помнит. Ну, он такой человек, он не помнит этого. Вот и все. Ну, и что делать? А есть люди, которые помнят. Скажем, маленький пример. Я очень любил это все дело, понимаете? Я любил. Я мотался по этим студиям. Вместо того, чтобы гулять, и там, так сказать, соблазнов много на выезде, когда вы в командировке оказываетесь. У главного редактора Госкино более чем. Ну, и без главного я считал, что я, если бы я был младшим тоже, многие свои соблазны я бы удовлетворил. Но дело в том, что некогда было. Я сидел, правил сценарии, я объяснял, что им там. И мне кажется, получалось это. Люди мне верили. Например, я приезжаю на литовскую студию. Что такое литовская студия? Да ничего. Там три фильма какие-то. Ну, литовская студия. Еще только стреляли «Зеленые братья». Угу. Вот вчера. Угу. Вот и все. Никто не хотел умирать. Да, вы провидец. Сейчас об этом я вам расскажу. Значит, я спрашиваю, вот спичный состав. А где у вас режиссер Жулакевич? Угу, угу. А он уволен. Как уволен? Молодой режиссер уволен. Да, он уволен. А вообще он сейчас в больнице, у него тромбофлебит, мы сделали операцию. Я иду в эту больницу. Лежит изможденный молодой человек, желтый. Страшные боли. Это и есть Жулакевич. Мы начинаем с ним Одиссеевина раскручивать. Сидим целый день, я у него сидим целый день. Я вижу, что это очень непустой человек. Я ему говорю: Витас, а если сделать картину? И предлагаю ему, так сказать, тему все. Он говорит: да, кто же мне даст? Я говорю: дадут. Я иду к местному министру культуры. Понимаете, жизнь-то ведь она не такая, как мы сегодня. Конечно, я не помню. Конечно. Вот там были старые интеллигенты с партийными билетами. Угу. Они еще были в подполье, в Польше, угу, и прочее, прочее. Я говорю, что такой человек пропадает. Он говорит: Александр, мы не можем с Москвой. Я звоню министру, говорю: не знаю, я хочу написать приказ, а вы утвердите. И его назначают, уволенного со студии, художественным руководителем литовской студии. И он из больницы возвращается художественным руководителем литовской студии. И здесь делает фильм, который назывался «Хроника одного дня». Угу. Этот фильм резали, перерезали. Это потом. Вот. Это то, о чем я вам сказал. Потом он снимает «Никто не хотел умирать». И за две недели до смерти, его смерти, я получаю письмо. Если бы ты только знал, какую роль ты сыграл в моей жизни. Итак, мы имеем дело с чиновником. Но у него связи, он помощник Фурцева, и он действительно очень много хорошего сделал. И вот тот фильм о Хуциева, Марлена Хуциева, о котором он рассказывает, этот фильм он возил на дачу Хрущева, чтобы убедить его, что этот фильм можно показать. И, между прочим, его все-таки показали. Он считал, что он будет приносить добро, ну, в рамках, конечно, этой системы, в которой он вырос и в которой он жил. Ну, как многие другие, конечно. Но все понятно, да? Ну, а теперь я хочу рассказать о том, откуда он взялся вообще, кто его родители, что это за семья. И вы увидите, как много общего у него с другими людьми, которые нам тоже очень близки. Ромочка, давай. Значит, что за семья? Ну, вот так же, как у Акуджавы, так же, как у Аксенова, как у многих других. Сын идейных коммунистов.
сын родителей из разных социальных слоев и разных национальностей. Кто его отец? Как вы думаете, ну кто может быть его отец? Яков Лазаревич Аскольдов, еврей, из хорошей интеллигентной семьи, родом из Белоруссии, из Луцка, ну, который, конечно же, стал большевиком, который, конечно же, стал революционером, причем не маленький, он был довольно известным в свое время, причем целый год почти он прослужил, в 21-м году он прослужил в ЧК. Благополучно оттуда ушел. Занимался, он был помощником командующего фронтом, он был, перешел уже, он был инженером, и он перешел уже на работу по вооружению армии, этот человек. Он работал в Новосибирске, он создавал там танковый завод. Но еще на минуточку успел построить в Новосибирске, если кто там бывал, оперный театр, очень знаменитый. Еще он работал в Киеве. А это уже совсем наше родное. Симочка, ты не поверишь, но этот человек, папа нашего Аскольдова, был директором завода «Большевик». Галь, Галиновская, вы можете это ответить? Закрытый завод. Более того, значит, вот тот знаменитый дворец культуры «Большевик», который киевляне знают, но вы можете мне поверить на слово, что это очень знаменитое архитектурное сооружение эпохи конструктивизма. Этот дворец культуры строил тоже Яков Лазаревич Аскольдов. И в Киеве они провели, собственно, в 1932 году родился Аскольдов, а в Киев они попали, ну вот с новорожденным, так сказать, мальчиком Сашей. Назвали его Сашей в честь мамы. Маму звали Шурка, как ее назвала бабушка. Вот, а мама откуда взялась? Сейчас мы ее увидим, сейчас мы услышим много чего. Мама, конечно, русская и, конечно, из образованной семьи, скорее всего, священников. Потому что фамилия, где еще фамилия бабки была Белоцерковская. Но почему-то о маме очень мало известно. Вот кроме того, что он рассказывает, я рылась очень много. Белоцерковская – это чисто еврейская фамилия. Нет, это священническая фамилия. Ой, какой толстый. Вот это мама, да, и этот мальчик Саша. Мама была из, в общем, и она была недоучившаяся медичка, работала, конечно, в Киеве. Они жили на улице, Галина Осиповна, недалеко от вас. Ольгинская, помните? Да? Вот там они жили. Вот. И вот я говорю, что это была такая же семья, как у Акуджавы, как у Аскольдова, да? Как у Галича тоже. В общем, все похоже было. Ну вот, а потом, что у нас, ну а потом, вы понимаете, что было потом, да? Они сейчас увидят. Мальчику 5 лет, 37-й год, и вы это сейчас все увидите и услышите из его уст. Ну, вот мы жили в Киеве. Отец был директором большого завода. Мать занималась своей медицинской профессией. Сначала вот арестовали отца, его исчезновение я не очень заметил, так как он до этого был в больнице, у него была тяжелая операция, его не видел несколько недель, месяцев. А потом как-то ночью я проснулся и в квартире увидел посторонних мужчин, которые расхаживали, которые перетрясали вещи, которые сбрасывали с полок на пол книги. Я понял, что приехали за мамой. Мама была очень красивой, необыкновенно красивой, необыкновенно изящной женщиной. Я никогда не видел ее обнаженной. Мне казалось, что это невозможно увидеть маму обнаженной. Я всегда отворачивался, когда она где-то там переодевалась. А здесь эти мужчины на нее, так как мне казалось, страшно нагло глазели. Она сказала: «Отвернитесь, пожалуйста, мне надо одеться». И один из этих НКВДистов сказал: «Ну ничего, ничего, привыкайте, одевайтесь при нас». И вот это «ничего», эти наглые усмешки поразили меня невероятно.
при мне оскорбляли самого любимого и дорогого мне человека. И вот это оскорбление не прошло до сего дня. Если говорить, что такое для меня сталинщина, вот эти усмешки НКВДистов, под которыми полуобнаженная, незащищенная, стояла моя мама. Хлопнула дверь. Я вскочил и понял, что мне надо из этого дома уходить. Но было две неразрешимых задачи. Я не умел завязывать шнурки на ботинках и не знал, как открыть английский замок на двери. Я сунул ножки в башмачки раз, и в первый раз в жизни завязались узелки на ботинках. Я подставил стул, раз, и замок открылся. Я ушел. Ушел из этого дома, где осталась вся наша прежняя жизнь. Была ночь, был такой ранний рассвет, была весна. Мне было страшно идти по тротуару, потому что там было очень темно. Я пошел по центру Крещатик. Там было посветлее. И цвели каштаны. И вот этот сладкий запах был разлит в воздухе. Я захлебывался этим запахом. И вот запах цветения до сего дня рождает у меня аллергию и прилив очень большой грусти и тоски. Я вот так шел по Киеву и почти инстинктивно оказался у дверей знакомых моих родителей. Это была какая-то многодетная еврейская семья. Ну, у них как-то бывали в гостях. Я постучал, до звонка я добраться не мог, он был высоко. Знаете, мальчик стучат ногой, так постучал, дверь открыли. Тогда ночами ждали стука в дверь, звонков, открыли. Это была большая коммунальная квартира. Увидели меня, сразу как бы все поняли, приняли, спрятали. Много лет спустя, уже совсем взрослым человеком, я в Киеве был, пытался найти этих людей. Я плохо помнил их фамилию, но искал, сопоставлял. Мне сказали, что они погибли там, где погибли многие киевские евреи в 41-м году и в Бабьем Яру. Так вот след их там потерялся. Когда я оказался у бабки здесь, значит, обнаружил, что у нее здесь есть шашка серебряная времен гражданской войны, какой-то пистолет, я не знаю какой системы, полевая сумка и очень любимый мной компас. И вот в один прекрасный вечер бабка зашила это все в мешковину, и потом мы с ней потащились поздно вечером вот сюда, к этим прудам. Была осень, наверное, октябрь, уже этот пруд подзаморозило, уже эта поземка такая мила. Значит, бабка размахнулась, по-моему, вон с того края. И вот эту мешковину, так сказать, вот эту бросила, потому что нужно было избавиться от этого оружия. Лед проломило не до конца, и этот сверток застрял вот, застрял. Тогда бабка, страшно ругаясь, разделась, подоткнула юбку. Вот я помню эту белую юбку, которую она завязала нижним узлом и, ломая лед голыми ногами, вошла в воду вот по пузо, подобрала этот сверток и швырнула его дальше. И это оружие ушло на дно вот этого пруда. И мне казалось, что я все тогда понимал, что мы топим не просто эти железки, но и топим все то, что осталось у нас за спиной, все, так сказать, свое прошлое. Вот это я помню, вот это было. Вот это было. Закончилось его детство. Но надо вам сказать, что отец был расстрелян, об этом он уже говорил, в 37-м году. А мать была арестована, и через некоторое время, в 40-м году, ее выпустили. Выпустили из тюрьмы, и она, конечно же, совершенно не могла поступить на работу, несмотря на свое образование медицинское. Она мыла горшки в детских яслях. А потом, когда началась война, и нужны были люди, она стала работать у Багдасарова, был такой известный специалист по переливанию крови. И она создала службу, армейскую службу по переливанию крови. Ну, не она одна, конечно, но она очень много сделала для того, чтобы ездила по фронтам, чтобы наладить эту службу переливания крови, которая, конечно же, очень нужна была тогда фронту. Но это ничего.
не значила, потому что ее после войны опять арестовали. Но, правда, ненадолго. Надо вам признаться, что я очень сильно хотела найти более подробные какие-то сведения о его матери. Мне ничего, не удалось, конечно, я же не архивариус и не ученый, но, во всяком случае, ни ее отчество, ни девичьей фамилии его матери, которая работала в Огнесарян. Ну, это надо просто искать, у меня не получилось. И это, конечно, интересно очень. Ну, не получилось. И вот, с одной стороны, это бабка, которая мыла трамвайные вагоны по ночам и жила в коммунальной квартире с двумя его тетками. И, с другой стороны, отец, родственников которого он тоже не знал. И это вот семья, которая его приютила. Это бухгалтер завода «Большевик» был, какой-то еврей, приятель его отца. Вот они его приютили, он к ним пришел. В этой коммуналке никто ничего не сказал, но через пару дней в этой коммуналке появился человек из НКВД, который принес конверт с деньгами. И оставил, сказал, это вам. Но это были какие-то деньги, которые принадлежали его родителям. Возможно, были изъяты при обыске. А потом он искал этих людей, а потом он вам рассказал, что, видимо, их следы погибли, остались в Баде и Миру. И вот эта вот еврейская какая-то вот, ну, в общем, составляющая его биографии, его жизни, его крови, она как-то в подсознании его осталась. И когда он начал делать свой фильм, который вы знаете, фильм «Комиссар», то он хотел найти еврейскую музыку к этому фильму. И вот как он ее искал, да, Ромочка? Ведь еврейская тема была табу. Мне хотелось услышать еврейскую музыку. Я отправился в дом звукозаписи на Качалово. Но мне сказали, что вся еврейская музыка размагничена. И вдруг я услышал знакомую мелодию, которая меня с детства будоражила и будоражит до сих пор. Я услышал мелодию «Интернационала», я заглянул в огромное тон-ателье и вздрогнул, потому что краснознаменный ансамбль на китайском языке записывал пролетарский гимн «Интернационал». В чем дело? Размагнитили всю музыку, записанную по-китайски, а в этот момент ее восстанавливали. Вот я, усмехнувшись, сказал своему товарищу, который со мной был, вот когда-нибудь мы заглянем сюда, и тут будет еврейский какой-нибудь коллектив, который будет реставрировать стертые сегодня, так сказать, еврейские мелодии. Тема еврейских местечек была табуирована. Было бы проще и легче, если бы она была табуирована только государством. На самом деле она была и в обществе запретной темой. Я никогда об этом не говорил, но это я знаю, потому что когда я уже работал на студии Горького, целый ряд людей, довольно влиятельных кинематографов, к моему изумлению, считали, что эта картина, ну, если не антисемитка, то, по крайней мере, есть элемент антисемитизма. Чего смеешься? Глупо ведь. В начале революции тема еврейского комиссара или еврейского местечка, она как бы сочеталась с утопизмом большевиков. Это классично. Евреи есть люди великой утопии, библейской утопии. В годы революции еврейский утопизм и экстремизм утопический и породил этих комиссаров еврейских. В этом Аскольдов опять оказался абсолютная одиночка. Но одиночка не в безвоздушном пространстве, а в пространстве романтического революционализма и романтического интернационализма. Он опять не ко двору оказался. Потому что в этот период быть коммунистом по-настоящему, это было бы, ну, так же постыдно, как в бардаке быть девственницей. А он не был, он был девственницей в бардаке. А Аскольдов-то был из этой системы. Он, насколько я понимаю, был верующий коммунист. Но, так сказать, не в коммунизм с, так сказать, лицом гиены, как
который, так сказать, перед нами все время маячил, а, так сказать, с человеческим лицом. Приемная, вот где балкон, так? Это приемная. Вот балкон, второй этаж, так? Слева вот эти три окна, если я не ошибаюсь, это был кабинет первого замминистра Баскакова, вот это. Справа, это был кабинет тогдашнего министра Романова. Вот это все. Там на третьем этаже я сидел там тогда, давно. Его, конечно, не понимали. Он очень красивый человек. Коммунист. Очень хороший административный работник. Невероятный служака. Когда он работал у Фурцевой, доходили слухи, что более жесткого, более дисциплинированного человека не было. А я знал почему. Потому что он очень честный человек и честный администратор. Он с таким же истовостью, как снимал, он требовал дисциплины, порядка, всего. А они там все были воры, и какой там порядок? Он им был тоже неприятен, вы понимаете? Жизнь сплошные поражения, я бы так сказал. Понимаете, я про это не говорю. За что б не брался, все кончается скверно. Он был горящий, полыхающий, как костер. И в этом есть нечто таинственное, мистическое для него. Его враги с его коммунистической идеологией считали его приспособленцем. Они идиоты, потому что в это время быть антикоммунистом, это и было быть приспособленцем даже внутри партии. Потому что, так сказать, самые злые анекдоты по поводу партии исходили из этих, так сказать, младотурков, молодых коммунистов, будущих перестройщиков. Он же этого не допускал. Потому что во времена Аскольдова и мои культивировалась эстетика мещанства, эстетика подлой середины. И вот это его третий смертный грех. Он называется просто талант. Потому что в России, той России, в которой вот мы с Аскольдовым боролись и жили, в принципе, большего приговора к смертной казни, чем дарование, не было. Причем это дарование могло быть даже невероятно полезно советской власти. Во всяком случае, человек, который рисовал Ленина лучше других, обязательно бы уничтожили. Ну, кто такой Аскольдов? Фильма никто не видел. Имени никто не знает. И что против него затевать такую петрушку? А там было вот что со мной, я не помню, мы делились с ним. Я думаю, что мы недооцениваем какого-то такого, я бы сказал, мой папа это называл пролетарский чух. То есть собачьего обоняния на нечто чужое, не на уровне сознательном, что вот это нам враждебно потому, а на подсознательном. Немножко вернемся назад. Это еще до комиссара. Значит, чиновник, который, опять-таки, оказался не ко двору, как вы это уже поняли, решил круто изменить свою жизнь. Ему надоело. Он ничего не может больше сделать в этой своре чиновничества. И он круто меняет свою жизнь. Ему уже хорошо за 30. И он поступает в высшие режиссерские курсы, чтобы стать режиссером. Он сдает экзамен. Принимает у него экзамены Герасимов, Валов, Наумов. Люди, которых он как бы курировал до сих пор. Пырьев. Кстати, о Пырьеве интересный такой момент был. Я хочу просто, чтобы вы поняли, какой он был чиновник. Пырьев. Вы знаете, что такое Пырьев в те годы? Конечно. И вот обсуждается очередной, я не помню какой, фильм Пырьева. И Аскольдов говорит, что этот фильм больше третьей категории не заслуживает. Ну, вы знаете, что были категории, да? Вот. Все просто онемели. Пырьев.
После, значит, заседания он уже у себя в кабинете, вот в том особняке, который Рома вам показал. К нему приходит Пырьев с палкой, изо всех сил стукает этой палкой по столу его письменному, разлетаются все бумаги, и Пырьев ему говорит: «Молодец! Уважаю!» Это он еще когда-то рассказывал. То есть, и вот этот вот человек начинает с нуля, по сути дела. Он идет на высшие режиссерские курсы. То его преподаватели, хорошие люди, Герасимов, талантливые режиссеры. И он был не очень, кстати сказать, успешным учеником. Часто даже прогуливал занятия, надо вам признаться. Но своей дипломной работой он выбрал фильм «Комиссар». То есть он решил сделать сценарий по фильму «Комиссар». И вот сейчас вы видите, это портрет Василия Гроссмана. И вот рассказывает сам Аскольдов, он рассказывает, что в принципе Гроссмана, конечно, он знал, к нему относился замечательно, считал его замечательным писателем, у него в библиотеке были его работы. Ну и как-то случайно подруга его матери опомянула о том, что вот она читала рассказ Гроссмана в городе Бердичеве, помните вы. Он его прочел, а рассказ, я не знаю, читали ли вы или нет. Если вы не читали, прочтите, это совершенно удивительная вещь, этот рассказ. Очень короткий, очень сжатый и имеющий не очень большое отношение к фильму «Аскольдов». Дело в том, что Аскольдов предварительно, он понимал, что он делает, он позвонил вдове Гроссмана, договорился с ней о встрече, и описывает он свой визит, это такая, говорит, грустная, темная квартира. И я сказал вдове Гроссмана, что я собираюсь сделать сценарий и фильм по этому рассказу, но я хочу это сделать вольно, не придерживаясь, так сказать, источника буквы в букве. И она дала мне разрешение на это. И вот когда, вы видели же этот фильм, наверняка, да? Я вам хочу сказать, что там так много не гроссмановского, хотя гроссмановский рассказ прекрасный, короткий, но он очень-очень многоплановый. А Аскольдов из этого короткого рассказа сделал роман, кинороман. Он его сделал. Причем там он туда привнес других авторов. Ну, например, последняя фраза, которая прозвучит вот в нашей сегодняшней, в нашем сегодняшнем рассказе, фраза актера Быкова, который озвучивал, который играл, вернее, роль этого жестянщика, этого Ефима Мазанина, которая звучит: «Я за добрый интернационал, за интернационал добрых людей». Это вообще фраза из Бабеля. Это Гедали в «Одесских рассказах», например. Или эпизод, когда комиссар расстреливает, вот это самое, Мордюкова, расстреливает парня молодого, дезертира, который убежал домой, чтобы накормить, принести кринку молока своему, так сказать, ну, в семью в свою. И это такой кадр, когда расстреливают этого молодого парня по ее приказу, ее беременной, только вот сейчас она будет рожать. И эта кринка молока крупным планом разливается, это молоко, и это символ такого, такой бесчеловечности, такой привычной бесчеловечности для нас. Это тоже совершенно никакого отношения к рассказу не имеет. Это эпизод, который придумал Аскольдов. Или очень серьезный такой тоже момент, для меня, по крайней мере, последние слова Ефима, этого героя в городе Бердичеве, когда комиссарша уходит, оставляя им ребенка, она уходит за калитку, засовывая маузер, или вынимая маузер из штанов. И он говорит своей жене: вот это настоящие люди. А что мы? Мы навоз. Это в городе Бердичеве. Это то, что написал Гроссман. В фильме Ефим говорит своей жене: вот это люди. Все. Мы навоз. Этого там нет. Вы понимаете разницу, да? Да, так вот,
он выбрал вот этот сюжет, написал сценарий, а дальше написал этот сценарий и позвонил Герасимову. Герасимов, вы знаете, он один из самых уважаемых деятелей кино того времени. И сказал, что он написал сценарий и никому его не показывает, хочет показать ему. Герасимов сказал, хорошо, приезжай. Он в это время в Мясе снимает фильм, приезжай, покажешь мне сценарий. А дальше идет свидетельство самого... Лев Ленарьевич, мне очень близко. Он человек более чем сложный. Он человек трагический. Mm-hmm. Еврейская мама жила на даче. Да. Да. И, ну, там был целый спектр трагический вокруг этой ситуации. Его брат был белогвардейским полковником. О, Боже. Он был в ВЧК, там его били, изуродовали. Потом он был провинциальным актером, годы скрывая свое прошлое. И над всем этим магикан Сергей Аполлинарь, этот человек очень глубокий. И изломанный. Ну, понимаете, мы вот не можем, с женой мы вспоминаем его все. Вот. Он понимал, что я делал. И лико возможно. Помочь он тоже не мог. И не мог открыть себя. Но он понимал, что я делаю. У нас была договоренность. Он говорит, вы напишите сценарий, никому не показывайте, сказал художественный руководитель студии. Приезжайте ко мне в МИАС, и мы будем думать, что делать. Я написал сценарий. Прилетел в МИАС. Он снимал вот журналиста, верно? Молодые ребята, Сережа Никоненко, прелестный Валя Челичкина. Помните, она и сейчас такая же. Я встретил, говорю, Вальчика, здравствуй. Ой, она говорит, а я все понимаю, как вы тогда приехали. И как... И вот я сижу там, отдал ему сценарий. Он... День проходит, второй, пятый, я понимаю, что катастрофа полная. Вдруг меня из гостиницы изымают. Герасимов прекращает съемки и говорит, сегодня съемки не будет, едем на базар. Он любил больше всего лепить фирменные пельмени и угощать ими гостей. Мы поехали купить на этом несчастном базаре. Мясо купили, это выходили. Понимаете, это все выглядит как такой плохой мультипликационный фильм. Ну, он держал меня под руку, у меня был Сашура. Значит, слепец, коробка картонная. На картонной коробке мышка на поводке. И он говорит, счастье она достает. Он говорит, попробуйте. Дает мне там 15 копеек, чтобы я отдал этому слепцу, или сколько, я уже не помню. Я ему отдаю. Слепец командует мышке, она прыгает туда. Через какое-то мгновение она в этих лапках когтистых вытаскивает свернутую бумажку. В бумажке написано чернильным карандашом, такой малограмотный почерк. Задумал большое дело. Ждет большое несчастье. Терпи, хорошие люди тебе помогут. Ну, можете не верить. Герасимов сказал, да, дружочек, да, будем держаться. С этого начинался комиссар. Поедете в Москву, ничего там не затевайте. Главное, ни с кем не конфликтуйте. Ждите меня, приеду, будем думать, как протолкнуть сценарий. Все, с этого начался комиссар. Начался комиссар, этот единственный его фильм, и актрису, которую он видел с самого начала. Вот только Мордюкова. Больше нет. Ну, Мордюкова, вы знаете, это действительно большая актриса, звезда советского кино. Но в десятку лучших актрис 20 века в британской энциклопедии вошла Мордюкова за роль. Чего, не слышно? Сейчас все слышно. За роль комиссара. Именно в этом фильме. Которую не видел
которую не увидели. Вторая актриса, или кто там у тебя следующий? Быков, да? Угу. Да. Значит, Быкова он хотел, но не сразу. Он предлагал эту роль нескольким еврейским актерам, которые отказались от этой роли. Быков, вообще-то, они были знакомы, конечно. Вы помните, что в свое время в Ленинграде, благодаря хорошей характеристике Аскольдова, такой одобрительной, этот спектакль не был закрыт, которым режиссировал Быков. Но Быков вообще уже после этого почти не был театральным режиссером, он стал киноактером. И вот на эту роль он пригласил Быкова. И об этой роли, когда вот они в процессе работы, когда какие-то куски фильма смотрел Ростислав Плят, он сказал Аскольдову: «А ты знаешь, пожалуй, Быков выше не ходится в этой роли». Ну, просто это, так сказать, аналогия просилась, конечно. Еще одной актрисой, которую он нашел, не видя, так сказать, не зная, ища ее, он уже начал работу над комиссаром, он начал организацию съемок, а у него еще не было Марии. Помните жену Ефима? Вот эту мать. Воплощение материнства в этой женственности, материнства в этой роли. Ее еще не было. И совершенно случайно в Одессе он вместе со своим другом поехал туда на съемки фильма, который снимал этот самый его приятель. И там он увидел 20-летнюю Раису Недашковскую. Украинскую актрису, очень красивую, очень женственную, обаятельную и очень добрую. И он ее пригласил на съемки. И, между прочим, она еще была никакая актриса вообще-то. Она совершенно не умела говорить, ну так, как полагается говорить актерам, четко. И Быков, и Мордюкова набросились на Аскольдова. Что это за актриса? Она же не умеет говорить. В один прекрасный день Быков пришел в номер к Аскольдову и говорит: «Знаешь что? Давай все ее реплики отдавай мне, а она пусть молчит, пусть она изображает у нас немую». Это даже лучше, это как бы метафора немота всего еврейского народа. Но, тем не менее, Аскольдов поработал с ней как следует, и она заговорила так, как они этого хотели, и роль, конечно, эту она озвучила. Кто там у нас следующий? Людмила Алексеевна? Шурша. А, Шурша, да. Вот. Еще он пригласил на роль командира отряда Шукшина. Это, в общем, роль проходная, не главная, даже не второго плана, а даже какого-нибудь третьего. Но Шукшин, который был очень занят, очень востребован, это уже была звезда и литературная, и актерская, и режиссерская, он согласился сниматься в этом фильме, и он был один из очень немногих, кто потом этот фильм защищал. И от антисемитов, и от сионистов, и от всех. Это он командир. И еще одна роль, это роль матери Ефима, вот этой старой еврейки, которая все время появляется, помните, у нее платок, и ухо все время открыто. Так вот, о ней очень нежно отзывался Аскольдов. Это Людмила Алексеевна Волынская, так зовут эту актрису. Эта актриса была в театре Товстоногова. В силу своего, так сказать, видите, у нее такая незвездная внешность. И она обычно играла роли второго плана и характерные всякие роли. И тоже оказалась, кстати, она дворянка вообще, из дворянской семьи. Очень такая благородная была женщина, ее все очень любили на съемочной площадке, и все хорошо так к ней относились. Так вот, это была ее лучшая роль. Я талант любила. Вот Аскольдов никогда в жизни он мне не нравился как мужчина. А вот как он
вывернется, как-то скажет. Думаю, а, стервец, как сказал. И даже вот не забудешь, вот несколько дней не забудешь. Может быть, это самый миф самовнушения сегодняшнего, может быть. Но мне показалось, что я мгновенно придумал картину, которая практически без изменений потом и стала картиной «Комиссар». И набрасывая план, я мгновенно представил себе актрису Мордюкову. И дальше пошло невероятное. Я писал реплики персонажей, как бы под диктовку Ноны Викторовны Мордюковой, с которой я не был знаком. Я уже сразу, так сказать, возникла какая-то инфернальная связь. Я знал, что она будет сниматься в этой картине. Я знал, что она никогда не откажется от съемок в этой картине. И она надиктовывала мне этот сценарий, во всяком случае, во всей идеологической части. Я слышал ее голос, у нее неповторимый, удивительный, переломчатый голос. И лирический, и иронический, и захлебывающийся, и хрипловатый. И вообще музыкальность этого голоса невероятна. Ой, Александр Яковлевич, так много сказала бы мне хорошего. Ну, я вспоминаю это время как счастливое время. Или сахарком, или битком, или сладким пирожком. Бай, 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 бай. Был две экспедиции. Одна очень трудная экспедиция под Херсон, там, где мы снимали «Пески», там, где мы снимали вот эти аллегорические роды Мордюковой, Мордюкова, там, где мы снимали «Пушку», «Пушку», которая в зыбучем песке застряла. Там было очень жарко, была почти 50-градусная жара, многое не ладилось. И Нона Викторовна вот в этой всей, значит, страшной экспедиции проявила и мужество, и терпение. Иногда взрывалась, но нельзя было не взрываться. Но, так сказать, она была рядом со мной в этой экспедиции. Как он роды снимал, боже мой. Думаю, какой же он художник настоящий. Он говорит, ну, когда шинить брустина на пол, прежде чем лечь, вы так встаньте на четвереньки и немножко спинку прогните. Я говорю, а зачем? Ах ты, какой стервец талантливый. Это же он, это метание вот этот беременной женщины в жару, в чужая, муж убит на фронте, все одинокое, в никуда рожает этого ребенка. Терпи, все терпят. Ее так положили на эти доски, я должна была ее хлестать по щекам. Я говорю, Александр Яковлевич, я не могу этого делать. Ну, прекрати мотор, тебя все ждут вообще. Давай, скорее, деньги идут. Это... Я не могу ее бить, мне страшно ее бить. Он говорит, ну тогда ударь меня. И я вообще взяла, потому что выхода нет, я ударяю ее, да. Он говорит, неприятно, мотор начали. Мама, лошады, быстрее! Не мучайте, не мучайте меня, она говорила, когда я хлестала. Да, это была тяжелая съемка. Не мучайте меня. Не мучайте меня. Люди, которые видят результат экранное решение Мордюковой, думают, боже мой, как легко, как все естественно, как все просто. Но на самом деле это ведь идет через такие шквалы душевные, которые переживает Мордюкова на съемочных площадках во время съемки. Ей нужно иногда выплеснуться, ей нужно иногда откричаться, ей нужно иногда обидеться.
для того, чтобы сделать свой коронный, замечательный, золотой первый дубль. Как она позволила себе, не боясь за то, что она женщина, играя муки родов, сыграть пот, как она делает. И с экрана идет запах пота. Ролик бедненький, ну чего ты так рано умер? И привиделось ей рассветное мглистое утро, булыжная мостовая маленького городка и темные силуэты людей, которые уходили куда-то туда в моросящую мглу дождя. Как снималась эта сцена? Вокруг этого места собрались люди, толпа. А массовку собрать не можем, потому что еврейское население городка наотрез отказался участвовать в этой сцене. Равин тоже отказался мне помочь. Я послал телеграмму секретарю ЦК Украины по идеологии. И пришла разнарядка, местные колхозы, совхозы, промкооперации выделить по 2 еврея для съемок историко революционной картины режиссера Аскольдова. И евреев прислали нам на съемки, мы нашили им 6-конечные звезды. Задымили пространство, поставили фонограмму с первой симфонии Сибелиуса, кричали мотором, толпа не двинулась на камеру. Евреи продолжали стоять и отказывались сниматься. И тогда перед ними вышла Нонна Викторовна Мордюкова во всем своем величии, искренности и красноречии, сказала: «Евреи, и вам не стыдно? Мы снимаем такую картину!» И вот центр массовки, человек со скрипкой, выступил вперед и сказал мне: «Товарищ режиссер, товарищ Аскольдов, мы будем сниматься из уважения к актрисе Мордюковой, но знаете, ваша картина никогда не выйдет». Я прокричал ему: «Выйдет!» Вот так это было. Если бы все можно было тогда осуществить, то, что он придумал, мы, наверное, сработали, это у него нужно спросить, на 50%. Столько брака пленки, столько всего было, столько препятствий было. Я же не могу сказать, что я играла еврейку. Я играла человека, мать играла, я играла. Вот это женское начало, истинное женское начало, для чего оно приходит в мир. Все участники работы над картиной в один голос говорят, что с самого начала были препятствия, причем со самых неожиданных сторон. Первым донос написал московский раввин. Он сказал, что снимается фильм, который льет воду на мельницу сионистов. Кроме того, этот фильм антисемитский. Директор картины каждые 3 дня писал доносы о том, как перерасходуется материал, как много еврейской темы в этой картине. 8 раз получали запрет на съемки этой картины. В течение всего этого времени против этой картины выступали все. Евреи выступали против этой картины как картины антисемитской. Неевреи выступали против этой картины как картины антирусской. После того, как эта картина была все-таки выпущена и как ее приняли коллеги Аскольдова, он об этом сам вам расскажет через несколько минут, после этого картину просто положили на полку и никто ее не видел. Ну а что касается самого Аскольдова,
Значит, он, его обвинили в том, что он перерасходовал средства, потому что раз картина не выпущена, она не была в прокате, следовательно, государственные деньги были потрачены впустую. Картина была идеологически не выдержана. Вот в этих телеграммах, которые вы можете прочесть, в общем-то, обвинения в самых разных грехах. Кончилось это тем, что Аскольдова признали профнепригодным, он получил запрет на профессию и больше вообще ни одного фильма снимать не имел прав. Дошло до того, что, в общем-то, он совершенно был не уверен, потому что его не арестуют. Однажды позвонил домой к нему Ефремов и предупредил, что сегодня Аскольдов ночевать дома не должен. Он уехал. Уехал он на КамАЗ, работал там рабочим простым. И в конце концов секретарь тогдашнего крайкома татарского поручил ему снимать документальный фильм о строительстве КамАЗа, который действительно Аскольдов снял и который называется «Товарищ КамАЗ». Этот фильм есть в интернете, его можно увидеть. Это фильм 60-х годов, в котором впервые, между прочим, была затронута тема сохранения экологии, сохранения природных ресурсов при строительстве таких громадных индустриальных гигантов, как КамАЗ. И это было все. Больше он не снял ничего. В течение всех этих лет все время картину хотели и пытались уничтожить. И вот однажды Аскольдову позвонили и сказали, что картину велено смыть, что картину велено уничтожить. И он обратился к своему знакомому Гаврилову, Степану Гаврилову, который работал тогда помощником Суслова. И тот ему сказал, давай пиши, я постараюсь передать это письмо завтра Суслову. И действительно, письмо было написано, и на следующий день получена такая резолюция за подписью Суслова. Товарищ Романов, прекратите безобразие. Безобразие заключалось в том, что нельзя уничтожать государственное имущество, а его надо просто положить в архив в белые столбы. И действительно, один единственный экземпляр фильма оказался в белых столбах, и потом большим трудом Аскольдов его там нашел с помощью женщины, которая работала в этом архиве. Вокруг говорили, что эта картина провальная. Провальная картина, ее не приняли на первом студийном просмотре. Топали, стучали, свистели, оскорбляли. И когда завершился этот просмотр, я стоял растерянный в коридоре, и меня обтекала эта равнодушная, шикающая, презирающая меня студийная толпа. Аскольдов делал эту картину поразительно одиноко. И все, кто поддерживали его, когда картина вышла на параметры выпуска, предали его. И его стали бить. Вы знаете, и нас всех били, но так жестоко не били никого. Его ведь били чиновники как своего. Как своего, как бы предавшего клан чиновничества, как предавшего клан вот этих душителей подлинного искусства и подлинной свободы творчества. Его били как своего, его убивали. И так много лет. Я помню, когда началась перестройка, то единственный позор, который я помню за времена существования нового секретариата, это то, что новые секретари, которые освобождали картину за картиной, сделали ему замечания и предложили ему переделки в картине. И потрясенный Аскольдов сказал, что если я был бы согласен на переделки, картина бы вышла 21 год назад.
Ведь картина могла выйти 21 год назад. Ведь это была бы совершенно другая судьба. «Комиссар» не был выпущен. И в июле 87 года был знаменитый 15-й московский кинофестиваль. Приехал Феллини, приехал Десантис, Ванесса Редгрейв, великий колумбийский писатель Маркес, Роберто Де Ниро. И была международная пресс-конференция в Союзе кинематографистов. Но на этот раз случай представился мне открыть рот. Известный бразильский кинокритик задал вопрос Климову: все ли картины, которые были закрыты в предыдущие годы, обрели свободу? Сказал: да, конечно, заверили этого бразильца. Что-то во мне взбунтовалось на этот раз. Я встал, подошел к президиуму и сказал Климову: 20 лет молчал, дайте мне на этот раз сказать. Я сделал фильм о раковой опухоли человечества, о шовинизме. Шовинизм – это главный враг нашей революции и нашего общества. Но есть силы, какие-то безымянные силы в нашем обществе, которые мешают этот фильм увидеть вот даже в этом дискуссионном клубе. Я считаю, что это глубоко неверно. Я считаю, что это подрывает основы гласности и подрывает те замечательные усилия, которые по реализации той великой программы, которую наметила партия, в меру своих сил пытается осуществить Союз кинематографистов. Я прошу, руководствуясь уставом дискуссионного клуба, дать мне возможность показать этот фильм на этом экране. Потух экран, возникла мертвая тишина. Я понял, что я умираю. Ноги просто отказали мне, совершенно вот отказали ноги. А потом зал вздрогнул, встал. И возникла первая в моей жизни овация во здравие картины «Комиссар». Помогите! Хочу вам сказать, что перед тем, когда он выступил и сказал, что посмотрите эту картину, Климов ему шепотом прошипел: Горбачев эту картину видел, она ему не нравится. А потом, уже здесь, в Бремени, когда Аскольдов тут был, вы помните, я вам об этом рассказала, он позвонил ему Горбачев сюда, в Бремен, и попросил разрешения использовать его картину в своих лекциях. Он тогда разъезжал по Европе и читал там всякие разные лекции, в том числе и культурные, и исторические. И вы думаете, что Аскольдов ему позволил, конечно. А не надо было. Надо было. Ну вот, а потом была кое-какая пресса. Очень небольшая пресса, очень небольшая. Но в числе тех людей, которые радовались за него и которые рекомендовали смотреть его фильм, был Евгений Евтушенко. Он один из первых опубликовал статью, которая, в общем, много хорошего рассказала о фильме, об Аскольдове, о его личности, не только о его фильме. Ну и был выразен такая большая радость за то, что теперь уже наконец есть возможность это увидеть. Ну а что касается самого Аскольдова, он все еще был не востребован. Ему никто ничего не предложил, ничего, даже это решение о профнепригодности, о запрете на профессию, оно еще оставалось. Но, конечно, тут уже все-таки произошло это событие на фестивале. Ванесса Редгрейв, и Маркес, и Ниро, они вообще пригрозили, что они уедут с фестиваля, если этот фильм не будет показан. У самого Аскольдова не было этого фильма в руках. Вообще о том, что он был автором этого фильма, в общем-то, он был человек никто. «Комиссар», это действительно так получилось, что это моя жизнь. Я бы очень хотел отказаться от этой жизни. Может быть, я хотел прожить другую жизнь, благополучную.
Ой, так хочется. Счастливым. Хорошо бы иметь загородный дом. Неплохо бы иметь машину. Вот нет у меня ни загородного дома, нет у меня машины. На этой картине кормится такое количество людей. Передать вам не могу. Я узнаю о том, что там и там изданы диски, все. Приходит ко мне моим другом Юрий Нарштейном, переводчица японка, которую я хорошо знаю, которая помогала мне в Японии. Я говорю: «Хирока-сан, я рад вас видеть». Она говорит: «Александр, вы, конечно, знаете, что такой успех, что выпущен диск в Японии комиссара, такой прекрасный диск». Я говорю: «Я ничего не знаю, Хирока, ничего я им скажу. Они считают, что вы умерли». И мне прислали большое японское письмо с извинениями. Нам никто ничего не сказал. Меня не существует в нашем кино. Не существует. Кто говорит, он эмигрант? Кто говорит, он там еще что-то? Мне придумали биографию. И так далее. И так. Ведь невозможно же выйти с плакатом. Нет, это все неправда, это не так. Я не захожусь от восторга от своей картины. У меня свое отношение к тому, что я делаю, оно очень трезвое. Эта картина нужна людям. Она нравственна. Она о человеческом и нечеловеческом в человеке. Сегодня национальная проблема является проблемой проблем. Эта проблема самая главная. Искусство не может спасти, оно не может вылечить, но расшевелить душу человека, попытаться ее сориентировать в этом хаотическом мире, может. Это я говорю со всей уверенностью. Я видел аудиторию действительно благополучной Швейцарии, в Локарно. Огромный экран под открытым небом, Пьяцца Гранде, такое место для самых главных фильмов мира. Там показывали комиссара, там собиралось до 15 тысяч людей. Но какое им дело до этого еврейского местечка, до этого неумытого Быкова, до этой тетки, значит, в сапогах? Но люди же все понимают, люди же чувствуют. Они все это проецируют на свою судьбу. Еврейская судьба в данном случае – это метафора. Это конкретность, но это метафора страдания, метафора несправедливости. Сколько людей в нашей стране сейчас ассоциировали бы себя, свои ощущения с ощущениями героев этой картины? Очень много, на мой взгляд. И вместе с тем, в этой картине я не отрекаюсь от того, что у нас за спиной. И не могу отрекаться. Я не могу поменять знаки плюс на знаки минус. Я не могу отречься от Чапаева и целовать в одно место Колчака. Одумаемся! Одумаемся! Это не так, это неверно, это нехорошо, это безнравственно. И потом вообще, понимаете, гражданская война, в ней нет победителей. Это надо знать и понимать. В ней все побежденные. Обе стороны конфликта. Это тоже надо знать. И вот об этой гражданской войне я снимал картину. Я сделал трагедию эпохи. Она жива, эта картина, на мой взгляд. И понимаете, что очень грустно? Эта картина выпущена в стране официально в 7 копиях. Но эта картина шла и идет на Западе. Опять я должен сказать, я достаточно хорошо знаю Запад. Я там много работал. Я читал во многих университетах. Я читал в замечательном университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Может быть, вы слышали об этом университете. Это один из лучших университетов мира. Боже мой, как там люди долбят знания. А здесь куда ни кинь, два образования.
тетка какая-то, у нее 3 высших образования. Нет, не понимаю. Мне это непонятно, что это такое. Я помню, как мы сидели, писали свои дипломы и диссертации. Да, ведь вы знаете, вы же писали тоже, вы же знаете, да? Так вот, Сент-Эндрюс, какие студенты? Что им Россия? Так далеко. Так вот, у меня студенты были там разные, очень хорошие. Один студент плакал на картине «Комиссар». Потом донимал меня, у нас такой был чайный парти, значит, чайный такой вечер был. Он, значит, был хозяином этого вечера, что-то подливал всем. Все время меня расспрашивал про эту картину, про нашу страну, про этих людей. Вот это подарок, вот это приз, вот это награда. Этим студентом был принц Вильям. Я хочу вам сказать, что вот это, мне кажется, это самое главное в этом, ну, одно из самых главных в этом фильме, это кадр, который сейчас вы озвучат нам. И это как раз Быков цитирует Бабеля, Гидаль. Это не Гроссман. А еще хочу сказать, что в этом фильме Гроссман, Аскольдовском, там дети, которые в оригинале, в рассказе в городе Бердичеве, просто упоминаются как кудрявые ангелочки. Ну, еврейские дети из этой семьи. И что сделал Аскольдов? Впервые вообще, по-моему, во всей, так сказать, кинематографии советской, эти дети, они играют там бандитов, понимаете, вокруг война, вокруг бандиты, вокруг погромы. И вот они играют. Просто играют деревянными какими-то палками, деревянными винтовками. Они нападают на свою сестру старшую. Мы тебя убьем, мы тебя схватим. И вот эти вот кадры, раскачивающиеся качели, это они привязали свою старшую сестричку. Ну там 6 детей всего. И мучают ее. Понимаете, это опыт детский, который уже приобретен. И который, наверное, останется у взрослого человека тоже. Это первый раз вообще в кино показаны дети, которые учатся, понимаете, учатся насилию. А потом мы удивляемся, откуда это такое все берется. Это первым сделал Аскольдов. И этого нету в рассказе «Город Бердичев». Тоже. Ну, давай. Я за добрый интернационал. Так мало на свете добрых людей. Конечно, это утопия. Конечно, это утопия. Но без таких утопических авантюристов мир накренится и вообще уйдет на дно, как Атлантида. И то, что меня иногда просто потрясает, картина жива. По всем законом, она должна быть уже архивным раритетом. Но, наверное, потому, что мы закачали в картину столько крови, столько надежд. Я говорю, что, так сказать, вот жило во мне, так сказать, ну, совершенно иррациональное чувство, что, ну, вот скажу я это, вот все посмотрят, и все поймут, как надо жить. Вот, наверное, вот это сработало. Картина жива. Ну, а в России, ну, я думаю, что мои коллеги не изменили свое отношение к картине. Картина не была ни на одном российском фестивале. Никогда. У картины нет ни одной российской награды. Я это говорю с определенным спокойствием. Я человек, лишенный и амбициозности, и... Ну, меня не тревожит отсутствие там званий, наград и все. Но нет их. Нет их. Есть, конечно, самое главное – отношение людей. Самые разные люди что-то берут в этой картине для себя. Вот, наверное, какой-то нравственный ингредиент в картине заключен. И, наверное, это самое главное. Это самое главное. Картина много зарубежных призов. Этим горжусь. А главное, ну, пусть люди смотрят эту картину. Пусть эти люди смотрят картину, потому что миру не хватает этнической толерантности, религиозной толерантности и социальной толерантности.
Мы об этом подумали почти 40 лет тому назад. Заплатили за это очень дорогую цену. Может быть, слишком дорогую цену. Потому что иногда, чтобы уязвить меня, мои соотечественники вводят в обиход следующий термин. Автор одной единственной картины – Александр Аскольдов. Но мне хотелось бы снять и другие картины. Но я был в наручниках. И почти от них не освободился в своей стране и до сего дня. Но я думаю, что фильм – это не гвозди. Это на заводе, где гвозди делают, надо гнать план и давать тоннаж. Я думаю, что, сняв эту картину перед Богом, перед ближними своими, перед своими родными, перед своими друзьями, я отчитался. Я хочу сказать, что в свое время ООН обязал, министр разоружения, вот министр по разоружениям ООН обязал всех своих сотрудников посмотреть этот фильм. Его перевели на английский язык. И еще я хочу сказать, что этот фильм, как ни странно, больше всего премий получил от разных церквей. От евангелической, от католической, от православной, в разных странах, в разных, так сказать, конфессиях. И еще последнее, что я хочу вам сказать. Я его смотрела недавно, потому что первый раз я его смотрела давно, еще в 89-м году, еще в Киеве. И вы знаете, ребята, он производит гораздо большее впечатление, чем раньше. Он настолько... Это просто великий фильм, на самом деле, не потому что его закрывали, а потому что он на самом деле. И последнее, подожди, и последнее. В интернете, в сегодняшнем интернете, которым пользуются как бы образованные люди, да, в российском интернете, я специально просмотрела и даже хотела сделать вот выписки и статистику. Как много грязи, как много, так сказать, жидовствующего, да, там находят. Какой ненавистью обливают его грязь. Ну, не все, конечно, но очень много. Вот это то, что сегодня. Он есть в интернете. Он есть. Да. Да. Все. Все в интернете есть.
дальше он стал, ну надо же было где-то как-то жить и где-то работать. И он стал работать в киноконцертном зале «Россия». Он там стал администратором в этом киноконцертном зале. Вот. Там, кстати, тоже его хорошо травили. Ну, а дальше посмотрите, как это было, когда началась перестройка. Причем это были очень горькие годы для Аскольдова, потому что перестройка, на которую все надеялись, она закончилась для него тем, что его фильмы все равно не выпустили. А дальше посмотрите, что было.